К другим темам. 50-летний архангел-огородец нашел на свалке пушечный снаряд времен интервенции и не придумал ничего лучше, чем принести его к себе домой. Об этом стало известно полиции. Прибывшие на место сотрудники правопорядка ограничили доступ в квартиру до приезда инженерно-технического отделения ОМОН «Скорпион» областного управления Росгвардии. По результатам осмотра боеприпаса росгвардейцы установили, что это 37-миллиметровый снаряд к автоматической пушке «Маклена» образца 1916 года. В нем был взрыватель и порох. Боеприпас изъяли и отвезли в безопасное место. Проводится проверка.